Привет всем любителям рыбалки. Приехал вот на озерцо погонять форель. Сегодня у нас 26 февраля. Температура сейчас 16 градусов. И обещают нам температуру сегодня 20 градусов тепла. Это называется февраль месяц. Но основная цель у меня — это не столько порыбачить, сколько испробовать новую камеру. Купил я себе. Попробую, как она будет снимать. Так что включаться буду, если что-то поймаю. А пока будем искать, я только начал, буду искать, что рыбе надо и надо ли ей вообще что-то. Рыбалка у нас сегодня получается никакая. Была одна поклевка, что-то хорошая форель взяла, но был сход. Вот, сейчас берет. Как раз получилось под камеру поймать. Уже, наверное, час тут простоял и ничего не было. А тут на тебе, вдруг откуда ни возьмись, появилась рыба. Ну и сидела довольно-таки неплохо сидела. Ну вот, сейчас мы ее убьем, как положено здесь по немецким законам. Уже опять минут 20 полоскаю резину и ни одной поклевки. Решил опять включить камеру, может, под камеру она будет ловиться сегодня. Ну, еще одну удалось взять рыбешку. Опять на резину, блесна молчат. Вообще молчат. Какая-то бешеная форель. Ну, хоть так, за неимением лучшего. И на резину берет очень осторожно. Надо долго давать ей, чтобы она заглотила. Ну, такая форель хорошая, грамм по 500, наверное, точно. Сильная рыба. Ну все, будем убивать, как положено. Ну, потихоньку, полегоньку форельку ловим. Ну, такая пеструшечка. Наверное, это грамм 500-600 есть в ней. Ну, сопротивляется бойко, конечно. Приятно с такой возиться.
Так, все, рыбалку буду заканчивать. Главное, все, что я хотел, сделал. Камеру опробовал. Сейчас я приеду домой, сразу смонтирую фильм. Фильм будет очень короткий. Так сказать, проба пера. Всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч.